Сегодня финал. Всем здравствуйте! В смене проходит финал программы «Арт Профи Форум». Она направлена на повышение престижа рабочих профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. Ежегодно Art Profi Forum собирает более 50 тысяч участников по всей России. Главным мероприятием программы является финал фестиваля, для участия в котором приглашаются победители заочного отборочного этапа во Всероссийский детский центр «Смена». А мы шахтеры, мы проходчики, да, из шахты шлем вам всем привет. Где масса греет, уголь нас горит, он в топке скоро, но ничего бы он не смог. Перед началом мероприятия участникам форума было зачитано приветственное слово директора Департамента государственной политики в сфере детей и молодежи Александра Эдуардовича Страдзе. Выбор профессии для современного молодого человека – это важный шаг, который определит всю его последующую жизнь. В настоящее время повышение престижа рабочих профессий и специальностей были и остаются в числе основных задач нашего государства. Солнечно! Зонты можно оставить дома, когда в эту же секунду громыхает и льет, как из ведра. Но! Что? Нет чего? Кого? Метеоролога! Найди! Срочно! На сцене смены лучшие из лучших. Именно этим участникам выпала честь представлять свой родной город, техникум и будущую профессию. Нового поколения. Мы смелые, внешние, креативные. Мы дети интернет-сетей и интерактивных технологий. Мы из будущего. Вообще очень классно, очень насыщенно, вообще супер. Выступление тоже классно, все поддерживаем друг друга. Очень душевно, очень классная атмосфера, вообще класс. Победители 5 номинаций «Лучший плакат», «Видео», «Конкурс социальных проектов», «Выставка ярмарка социальных инициатив» и «Арт-профи-профессия» награждают на главной сцене Всероссийского детского центра. В финале «Арт-профи-форума» самые яркие номера 2 номинаций – реклама, презентация профессии и конкурс песен о профессии. В завершении форума победители получают заслуженные награды. Гран-при программы занимает Тульская область! Гран-при! «Арт-профи-форум» 2016! Тульская область, друзья! Аплодисменты, поздравляем этих ребят! На мой взгляд, этот финал был достаточно удачный, потрясающий. У нас было огромное количество участников, обычно их бывает в 2 раза меньше. Я не знаю, так сложились звезды или почему так много людей приехало. Наверное, это потому, что май, прекрасная погода, Анапа и ВДЦ смена. Все ребята счастливы, я думаю, вы можете это видеть на этой сцене. Мы довольны, все получилось. Спасибо большое за теплый прием.